Сегодня 1 августа 2021 год. Я давно не ходил по нашему району. Ну, как я вижу, что мусор тот же. Я хочу немножко так пройтись. Вечерок. Около 9 вечером сейчас. Вечер буквально. Но как мы будем вообще быть, когда... Да, я пока дойду и так сделаю какой-то маневр. Очень много людей вышло сейчас на улицу буквально. Но я тоже решил так воздухом подышать. Итак, последний месяц лета у нас, ну, на планете Земля. Да, вот в этом доме я вижу, еще нету домофонов. Лавочки есть. Я хочу быстрым шагом, чтобы для тех, кто тут жил, показать эти ступеньки, которые вот их отремонтировали. Тут невозможно было буквально ходить. 30 градусов показывает температура, как люди бедные живут в панельных домах. Там жарко, а в этих котельцовых как буквально в печке. Тишина в городе, как вы видите, буквально. Детей очень много. Я чему очень рад. Куда мне дальше пройти, чтобы вам хоть что-то показать. Я здесь живу буквально всю свою жизнь. В этом городе и на этом микрорайоне. Я очень редко когда его показываю, потому что районы наши, они все идентичны, только улицы отличаются. Так, эта улица у нас... Вот 12 октября я к ней сейчас дохожу. Но я думаю, больше показывать у нас тут нечего. Правда, вот стоят неплохие, дорогие машины. Здесь очень большая яма была. Но спасибо, что ее отремонтировали. И мы теперь можем спокойно и быстро ходить. Так что я, наверное, здесь сделаю паузу и вам большое спасибо. Я слышу, где-то у кого-то играет музыка. Очень много, как вы видите, пенсионеров во дворе. Ну что, все, тогда я ложу. 5 минут для вас будет, думаю, будет достаточно. Спасибо.